Приветик, дорогие друзья и зрители канала Лошади, Ослы и Муны. Сегодня понедельник, и поэтому я хочу вас познакомить с очаровательной лошадкой Дымкой. Эта неделя будет посвящена вся ей. Как я ее ловила, как я ее повоживала, что она вытворяла и какой арбуз она мне выкатила под конец. Вы увидите, как я буду с ней заниматься и много-много чего интересного. Посмотрите, это действительно красивая лошадка, у которой есть все. Она кусается, легается, проявляет неимоверную агрессию ко всем людям, к лошадям другим, к другим животным. Вчера, например, она залепила ягненку со всей дури. Кстати, я забыла посмотреть, жив ли он вообще. Итак, мы за эти дни многому научились с этой девочкой, с хорошей. Вот. Поэтому я вам желаю интересной, продуктивной недели. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. Спокойно, Дымка. А то сейчас будем демонстрировать, что ты умеешь и чего ты не умеешь. Так. Где-то я оставила клетку. Смотрите, погода у нас меняется. То жарко, то не жарко. Вот буквально сейчас, 15 минут назад, было пасмурно и довольно прохладно, поэтому мы оделись. Сегодня я и Дымка потеплее. И сейчас вышло солнце, которое шпарит невероятно, так еще и мухи прям лезут в глаза, в рот, создавая нервную обстановку. Так, мои дорогие друзья, сейчас я сделаю вынужденную паузу, потому что вот я вот так вот смотрю, а плетки нигде нет. Значит, я ее где-то оставила в другом месте. Так, мы вернулись. Вот моя любимая плеточка. Итак, Дымочка. Дымочка, моя девочка. Молодец. Ты все помнишь? Ага. Отлично. Молодец. Мы уже не легаем. Покажем, как ты умеешь бегать немножечко по кругу. Давай, пошли. Там. Не нервничай, Дымка, не нервничай. Все хорошо. Ты будешь шикарная лошадь. Стоп. Стоп. Не-не-не. Стоп, стоп, детка. Стоп, стоп. Не отвлекайся, не отвлекайся. Перезади в другую сторону. Там. 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 Пошли. Нет, не ко мне выйдет. А? Вот так. Пошли. Браво, моя девочка, браво. Итак, вы увидели степенную, невероятную лошадку, правда? Я уверяю вас. Молодец моя. Вы будете удивлены тем, что вас ждет. Стоп, 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 стоп. Что вас ждет все эти дни. Так, сейчас нервничает из-за мухи. Я там ей молочко воли. Так, Дымка. Дымка, спокойно. Дымка. Дымка, как я сказала, довольно агрессивная лошадка. И вы это, наверное, можете заметить. Спокойно, спокойно. Это я смеюсь, детка моя, детка. Да. А, ну ладно. Вот этой, значит, веселой нотки свой анонс я заканчиваю на сегодня. Смотрите, пишите ваши комментарии. Будет интересно. И еще раз я вам желаю, значит, хорошей продуктивной недели, хорошего понедельника, отличного вам настроения, чтобы каждый день у вас был легкий и веселый. Подписывайтесь. До новых встреч!